прибыли в Одессу оба катера, которые в прошлом году Соединенные Штаты Америки подарили Украине. Сегодняшним утром доставили в Одессу. Это патрульные катера военно-морских сил «Славянск» и «Старобельск» типа «Айленд». Характеристики катеров позволяют патрулировать Черное и Азовское моря и выполнять рейды на протяжении 14 дней. Когда же катера передадут морякам, расскажет корреспондентка UETV Анна Городенцева. Анна, добрый день. Слышишь ли нас? Скажи, пустят ли журналистов на борт? Здравствуйте, студия. Сегодня действительно в Одессу прибыл сухогруз Ocean Freedom. Он доставил в Украину два патрульных катера класса Island. Надо сказать, что мы пока не можем их увидеть, так как они находятся в закрытой гавани Одесского порта. Пока что к катерам нет доступа, но мы сегодня общались с ВМС Украины, с пресс-службой ВМС Украины. Нам пообещали, что в ближайшее время будет организован медиадень, и тогда СМИ смогут увидеть катера. Надо сказать, что это подарок ВМС США для ВМС Украины. А еще в сентябре США объявили, что Украине будут переданы два патрульных катера. Надо сказать, что сейчас, на данный момент, они будут проходить модернизацию, и после всех работ они будут патрулировать Черное море. Получили катера уже название. Это «Славянск» и «Старобельск». И мы очень надеемся, что в ближайшее время будет действительно организован медиадень. Мы обязательно будем следить за этой темой и обязательно побываем на катерах. Студия. Анна, спасибо. По аудиосвязи была корреспондентка UETV Анна Городенцева. Подаренные США патрульные катера типа «Айленд» прибыли в Одессу.